Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Hope Token. Итак, что такое Hope Token? Hope Token — это жетон надежды. Мы держим жетоны, и мы даем кому-то надежду. Hope Token — это благотворительный криптотокен с экспоненциальным преимуществом роста цен для держателей и благотворительности. Хоуп обладает беспрецедентной символикой и надеждой благотворительной стратегии, призванной максимизировать прибыльность и охват общества. Компания готовит почву для нового способа подключения криптоинвесторов к надежному пулу пути пожертвований, а также поднимает планку прозрачности и подотчетности. Проект привлекает долгосрочных инвесторов, которые верят безграничные возможности объединения инноваций криптовалютного пространства с проблемами современного мира. В отличие от других благотворительных токенов, которые используют пожертвования просто для продвижения маркетинга, компания очень серьезно относится к управлению пожертвованиями. Вот почему мы не найдем более прозрачной и заинтересованной команды разработчиков в криптопространстве. Также можно посетить и страницу команды компании, чтобы узнать более подробно о них. Как вообще работает токен Hope? При первоначальной общей поставке в 1 миллиард токенов Hope применяют налоговую комиссию в размере 8%, которая будет вычитываться из каждой транзакции, которая будет использоваться следующим образом. Из этого 8% 3,5% выделяется на ежемесячные пожертвования организациям, выбранным нашими держателями. 1,5% выделяется в накопительный фонд помощи при стихийных бедствиях, который будет высвобожден в случае чрезвычайной ситуации. Остальные 3% из 8. 1% на маркетинговые и операционные расходы, 1% 6 владельцам и каждому члену организации и 1% будет сожжен. Компании также удалось вывести токеномику на уровень, которого раньше не достигала ни одна другая монета. Можем перейти и посмотреть более подробно в белой бумаге токеномику проекта, самого проекта. Чем занимаются, какие планы, графики, многое другое. Компания создала самую надежную методологию благотворительности, чтобы гарантировать, что наши пожертвования будут иметь самый широкий охват по разным причинам, и что мы также готовы поддержать тех, кто в ней нуждается в случае внезапного стихийного бедствия. На этом мы обзор закончим. На сайте вы можете найти, как я уже говорил, и команду, и полезные ссылки, и дорожную карту, познакомиться с планами и многое другое. Переходите, изучайте и принимайте для себя решение, стоит вашего внимания или нет. Всем спасибо за внимание. Всем пока.